Новую площадку для детей с песочницей и качелями построили в Северодонецке. На очереди открытие еще 8 подобных зон детского отдыха. Подробнее в материале нашего корреспондента. В Северодонецке на пересечении улиц шоссе строителей и Вилисова появилась новая игровая площадка. Это второй уголок для детей, сделанный в этом году по программе благоустройства города. В рамках этой программы было принято решение в 2016 году об установке целого ряда таких площадок на территории города. Соответственно, сессии городского совета депутаты приняли решение о выделении денег на проведение этих работ. Строительство площадки заняло около 3 месяцев. Это среди жилых кварталов первая площадка в жилом квартале, а вообще по городу вторая. Первая площадка устанавливалась возле парка Волжска. Родители очень довольны. Говорят, теперь за играющими детьми можно наблюдать из окна квартиры. Малыши будут играться, отдыхать, тем более рядышком с домом. Для детей очень полезна площадка, но у нас внуки постарше. Можно еще что-то такое, теннис, футбол, волейбол. На детской площадке качели, горки, песочница и турники. Мне очень нравится площадка, она такая красивая, яркая. И очень хорошо, что нам ее построили. В рамках программы по благоустройству Северодонецка планируется установить еще 8 детских площадок. Завтра ожидается открытие следующей по адресу Энергетиков 8. Анастасия Волкова, Николай Резниченко, УДИИ.